В Днепропетровском цирке поселилась новогодняя сказка. Город сказочных героев, свита снежной королевы, соловей-разбойник и его обезьяны, Кощей бессмертный на канате, приключения кота и лисы на мотоциклах. Так необычно называются номера сказочной программы в новогоднем цирковом представлении. Артисты интересно обыграли всем известную сказку «Золотой ключик» и привнесли в нее свое видение приключенческого праздника. В представлении сказочные эльфы ищут золотой ключик, паря на воздушных гамаках под куполом цирка. Огромный паук-акробат лазит по канатам и ищет, куда бы понадежнее спрятать ключик. Мудрая черепаха отдает добрым героям магнит, с помощью которого можно добыть ключик и открыть дверь в Новый год. И, конечно же, в конце представления наступает Новый год, и все зрители вместе со сказочными героями водят хоровод вокруг елки.